А, ну луна. Приветствую всех. Нашел одно видео о том, как мы очень интересно провели время за два дня до наводнения 14 июня 1995 года. В следующем году этому событию исполнится 30 лет. Как пройти? Мне не нужна церковь, чтобы увидеть божественный путь. У меня все хорошо с Бессимой. А я, папа, дай посмотри. Это была самая лучшая песня из когда-либо слышанных мною. Губ ангела. Будьте здоровы. О, Кеппи. Расскажите мне обо всем этом. Расскажите мне о море. Что оно для вас значит? В основном деньги. Я происхожу из шести поколений рыбаков. У нас философия простая. Ловишь рыбу, продаешь... 12 июня 1995 года. Ну а что, здесь нормальный сусуманский народ, посидев немножко дома, под вечер уже часов 10, когда на улице сыро, прохладно и противно, а еще и моросит дождь, решили пойти на речку искупаться. Ну это нормально. Потом... Кулек, давай свой. Вытыкай. Кулек, на, Паша. Калидор и кулек. А на кой? Ну обтереться-то надо будет. Одеяло ты, пуховое надо было брать. А мне-то зачем? Я дурак. Так что вообще, что, а там ничего не горит, ничего не опадает. Пошли уже. Are you ready? Идем. Окей, everybody. А тебя выпьем, а сейчас выпьем. Так что... Впереди еще живая первая столовая, ресторан «Север». Сколько там времени, а? Определенное количество. Направление, направление, направление. Дим, ты где? Я думал, как обычно. Где? Паша, ты может это, пойдешь? Сейчас я тормознусь, сейчас Юрика... Все вышли, сейчас я их соберу в кучу. Нету, естественно, все. Вот в ту сторону улетал. Куда? Давай, пойдем, ладно. Хватит, сейчас купаться будем. Быстро, где нас вернули? Да, ой, Ира, где-то. Ой, вот сними, у нас 12 июня. Пар сейчас. Идет изо рта. Естественно. Ну вот, ушел, нет, ушел пар, ушел. Я их догоню сейчас. Бег, бег, бег сейчас. Естественная обстановка. Одним глазом надо смотреть, одним. Надо развернуться. Ну чё вы такие? Ну-ка, обгоняй меня. Уровень-то и здесь у реки, ой-ой-ой, какой. Ну здесь мы не пройдем. Передам. Пройдем, пройдем. Я же смотрю. Паша, смотри. Знаковое место, Байконур. Дорога на водокачку. Да, я спины. Ты иди вперед, прокладывай дорогу. Вот так, пойдем. Но мне надо успеть вперед проскочить. Юра, давай, 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 да, давай. Птичка в рот попадет. Иди вперед. Я ласточка, я птичка, да? Йоп. Обгон, обгон. Я тихо. Вижу. Я, у меня бережи, два глаза. Ой, ай, ой, давай я вас. О, а. Ой, кидай. Улетаешь и туда летишь. Споткнулся. Не, как же это последние вздохи. Не торопись. Потом этого не будет больше никогда. Верхушку сними, Паша. Вниз, вниз, наоборот, ту верхушку. А! Где Марджу-то верхушка? Ну уже снег чуть-чуть сошел. Да я вижу, так а. Ой. Кто там спускается? Я вижу. Дыва, видишь? Только не сильно. А-а-а! Ой-е! Что,
Ну что ты ушел, не мог подержать женщину? Валюха, иди вниз. Мне только светить нечем, правда. Ну ладно, я это так спущусь по-человечески. Я-то уже привычная к этим делам. Валюха, зато знаешь, как тут сурово все выглядит. Вот ты сам не упади. Из-за меня. Руби камеру. Ну, намочила ноги. Чуть-чуть. Вот это, ну, наш весенний. Вот, да, вот кому сними и покажи, что это у нас 12 июня, что еще полностью ничего не распустилось. Все число стоит, я его убрать сейчас не могу, я забыл. Да, зачем его убирать? Юр, ты что, уже купаться собрался? Ну что, раньше не могли перелезть или что? Пойдем туда. Сейчас я тут тоже пройду. Ты только наклоняйся вовремя. О, а тут по берегу, смотри, как классно. Ну разверните, что ли, а? То я со спины, я устал. Я не догоняю. Не догоняю. Так, ты сейчас упадешь. Ой, Валюха, обсалась! Мне так не надо! Распяни у кого-нибудь пыль. Нифига там глубина! Паша, ты не туда зашел! Все, Паша, окупнул! Нормально! На этом месте обычно сухо и загорает народ. Светка, за тобой бегу. Паша? Светка, пойдешь со мной? Я тебя на горбу понесу. Пойдем.
уже офигел. Еще не удалось снять, как подруги прикрывают зонтиками от дождя купающихся пацанов. Как же писька! Паша Валюху несет. Ну и как? Опа! Паша тонет. Бабах! Валюха искупалась еще раз. Паша, бросай! Бросай, Паша! Спасайся сам! Эй, где тип? Камикадзе, шузы где? Бегом. Лето наступило, вот он праздник. Ветер, ёптыть, а здесь нету. Я так согрелся, четко мне так хорошо и весело. Такой тонус, блин. Да вообще кайф. Я так согрелся, четко. Ну, я тоже. Хоть и в мокрых штанах. Да. 12 тысяч.
Лето все-таки на носу. Я не знаю, где. Прикинь, наши съемки качественные обломились. Ну, все, хана, тут пришел. Какие-то запотевания где-то. А вот и 13 июня 1995 года. Адрес: город Сусуман, улица Ленина, 27, квартира 4. Дом находится рядом с бывшей первой школой, сейчас торговый дом «Таежник», и напротив дамбы, за которой текут река Берелёв и ручей Талон. На маленькой такой кухонке героический ребенок, профессионал, на ночь глядя моет целую гору посуды. В тазике кипяченая вода. В те времена в городе Сусумане летом горячей воды не было, ну просто вообще. Вот такие иногда бывают нормальные дети, и это подвиг. Молодец, Катюха. За окном уже вяло и лениво начинала бушевать стихия. Но это чуть попозже. Ты мешай. И что-то меня дернуло посмотреть в окно. Вон мостик пешеходный старый. А через дамбу и теплотрассу в город уже течет вода. А я что-то верил, что так не бывает, потому что за все века, что я в Сусумане жил, ни разу такого не было. Дамба все выдержала. А не пора ли нам сваливать, еще не успел подумать я. А пятак вокруг столовой уже покрыт водой. Вот оно, счастье. Японская техника. А я один плащ. И плащ. А плащ надо. А может там не будет. Надо все одевать. Ну что? Да. Давайте, ой, ноги, надо что-то с собой взять. Бабки, блин. Бабки. Глаза погнулись от холода. Вот так вот, вот держимся. И тихо тут на ногах. О, все. А что у Вани вода бежит, а? У Вани? Это я включил. Тем более лопа грязная, посмотри на нее, у нее лапы вообще все были. С полотенцем. У меня там где-то пуховик плавает, перчатки. Москва там под концом. Москва у Калин. Кое все-таки счастье. Чего мы счастье домой попасть? Говне копаться.